Сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы за прошлый год рассмотрели несколько значимых для региона дел. Одно из таких – дело о Камчатской лаборатории. После того, как Магаданская и Камчатская лаборатории объединились, цены на услуги выросли в несколько десятков раз. В чем была суть? Когда Магаданская межобластная ветеринарная лаборатория присоединилась к Камчатке и стала филиалом, то что сделало руководство? Оно не стало оставлять тот прайс, тот ценник, который был у этой организации, а просто поставило свои цены, те, которые считало нужным. И так случилось, что отдельные анализы стали дороже не просто в раз или в два раза, а в десятки раз. То есть, например, увеличились с 200 рублей до 1500. А что за анализы, которые делает ветлаборатория? То есть это наши фермеры, которые везут свою мясную продукцию, молочную продукцию на анализ. Это и плодово-овощная продукция, иногда делается там анализ. Это и владельцы домашних животных, которые делают анализы своим питомцам. То есть, соответственно, это в конечном счете все закладывается в конечную стоимость продукта, за который платим мы с вами, обычный потребитель. Специалисты рассмотрели дело о нарушении антимонопольного законодательства, выдали предписание. Хоть в результате организация и снизила цены на свои услуги, с решением не согласилась и подала в суд. Однако суд признал нарушение антимонопольного законодательства, предприятие заплатило штраф.